Всем привет, это гороскопы, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Вы хотите праздника, но финансы не позволяют. Потерпите до ближайших дней. Телец. Окружающие будут находиться в пониженном тонусе, и ваше присутствие их взбодрит. Близнецы. Вас ждут обещания хорошей награды в долгосрочной перспективе. Рак. В вашей жизни в этот день точно будут происходить какие-то странности. Лев. Кто-то даже начнет вас побаиваться, настолько вы в этот день будете серьезным. Дева. Не исключено, что этим вечером вам придется выступать в роли некого экскурсовода. Весы. Нужно интенсивно общаться, вам это необходимо. Скорпион. Займитесь чем-то, что не связано с вашими обычными обязанностями. Стрелец. Выход один. Сделать все самому, и тогда все проблемы решатся. Козерог. Возможно, зависть от друзей или коллег по работе. Водолей. Ждите дружественные проявления со стороны начальства. Рыбы. Какой-то новый друг поможет вам выйти на новый уровень в сфере вашей карьеры и добиться успеха. Это были гороскопы, я Главицкая. До встречи!